Добрый день, друзья! Сегодня 3 февраля 2024 года. Алушта. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Сделаем с вами небольшую прогулку по Приморскому парку, ну а дальше к морю. Но все по порядку. Идем, смотрим. Сегодня солнечная погода, 7 градусов тепла. Так называемые февральские окна. Улица Ленина. Она как раз выходит на центральную набережную. Киоск работает. Да. Карты Крыма, Алушты есть. Завтра японский сад приглашаем. Сегодня пещера, водопад. А там же для пенсионеров скидки, конечно, большие. Конечно. Сейчас в Айвазовском, да? Ну, половину, 50%, 50%. Да. В Айвазовском, да. А сад, японский сад, скидки? Завтра везем. Завтра везете. Пенсионеры 2300. Ага. Вернее, 2300 общий билет, а пенсионеры 200. 2000. 300 уступаем. Ага. Это 1000 туда вход и 1000 проезд. Может, хотите с 10, завтра до 15. 2 часа по саду. Один к одному с Японией. Ясно. Не надо ехать в Японию. Да мы не поедем туда, далековато. Здесь, на месте, конечно, есть. Друзья, а это бывшая гостиница Таврида. Сейчас один из корпусов голубой волны. А мы с вами по Ревкомовскому переулку направляемся в Приморский парк. Центр семейного досуга. Персей работает с 12 до 20 часов. Первый час 300 рублей, последующие часы 200 рублей. Давайте посмотрим. Я здесь уже снимал этот комплекс. Зайдем еще раз посмотрим. А это игровая площадка голубой волны. Что-то строят. Ну там большой есть игровой зал. Зайдем с вами, посмотрим. Игровая зона. Зимой есть чем занять детей. Большая игровая зона. На втором этаже попугай, семейное кафе. Поднимемся на второй этаж и посмотрим кафе. Здесь можно провести дни рождения, праздники.
Также летняя площадка. Все красочно и красиво. Стадион Крымский. Руштинский дельфинарий Немо. Крымские февральские окна. Это дни в феврале, когда очень солнечно и тепло. Иногда в эти дни температура воздуха достигает до 20 градусов. Но к началу марта снова приходит зима. Поэтому эти дни получили такое название. Теплые солнечные окна на фоне холодной и серой зимы. Инсталляции. Хоботоносец. Раньше здесь была табличка, но ее сбили вандалы. А это инсталляция собаки. Интересно, нержавеющая сталь. И рядом же детская площадка. Ну, мы с вами по аллее Крымской весны направляемся на центральный городской пляж. Посмотрим морскую обстановку. Солнечно, и море будет красивое. Мы с вами и посмотрим. Такая зеленая зима в Волжске, в Приморском парке. Памятник «Звезда» первому правительству Тавриды. Ну вот, мы с вами подошли и к морю. Кафе «Пекин»
работает бургеры и пицца. Ну и вилла Ванила. Она работает круглогодично. На пляже небольшая площадка детская, бассейн, песочница. Собаки загорают. Яркое море. Балдею, да? Наше ласковое Черное море. На море штиль. После штормов пляж стал шире. Послушать шум прибоя, шум моря. Вот так прозрачный каждый камень виден. Вот такие они, крымские февральские окна. По пляжу дышит морским воздухом. Друзья, ну вот такая прогулка у нас с вами получилась по Алуште. С вами канал Дневник коренного крымчанина. Подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем оставлять свои комментарии. Еще будет много интересного. И также не забывайте подписываться на мой дзен и телеграм-канал. Всем удачи и добра. Пока-пока.